сайт onlinegdz.net. Номер 2. Урок 1. Рассмотрим данную картину. Предметы, которые расположены в первой строке, имеют форму шара. Предметы, расположенные во второй строке, имеют форму цилиндра. Предметы третьей строки имеют форму параллелепипеда. Если рассмотреть столбцы, то первые предметы – стеклянные предметы. В них можно наливать жидкость. Второй столбец – игрушки. В них играют дети. Третий столбец – это школьные принадлежности. Четвертый столбец – это продукты. Итак, давай повторим. Первая строка – это предметы, разные по назначению, но все они имеют форму шара. Все предметы объемные. Вторая строка – все предметы имеют форму цилиндра, но у них разное предназначение и разная форма. Предметы третьей строки – это параллелепипеды. Если же рассмотреть предметы по столбцам, то можно предметы первого столбца – это стеклянные предметы. В них можно налить жидкость. Если рассмотреть второго столбца, можно сделать вывод, что все эти предметы – игрушки. Предметы столбца – это школьные принадлежности. И предметы четвертого столбца – это продукты. Поиграем в такую игру. Я буду вам называть адрес предмета, а вы будете говорить, что находится на данном месте. Итак, посмотрим, что же находится во второй строке на третьем месте. Верно, это карандаши. Что находится в первой строке на четвертом месте? Верно. Что находится в третьей строке на втором месте? Верно, это кубики, детская игрушка. Что находится в третьей строке на первом месте? Верно, так. Что находится в четвертом столбце на третьем месте? Верно, это чай. Все верно. А теперь запишем в тетрадях элементы чистописания. В каждой клеточке на пересечении клеток мы ставим точку. Через одну клетку в пересечении клеток первая строка – это строка точек. Вторая строка – горизонтальная черта размером с ширину клетку и точка посередине. Черта, точка, черта, точка. Не пропускаем ни одной клетки. Черта. В следующей клетке ставим точку. Черта, точка. Горизонтальная черта, точка. В третьей строке мы будем писать палочки вертикальные. Две палочки, точка. Две палочки вертикальных, точка. Две вертикальных палочки в пересечении клеток, точка. Две вертикальных палочки, точка. Записывая данные элементы, будьте аккуратны и внимательны. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.